Мы никуда не бежим. Мы живем в этом доме. Мы вышли немножко на улицу, на солнышко. От дома далеко не удаляемся. Мы просто жители Киева. Мы просто, к большому сожалению, должны находиться все время дома. По той причине, которую вы знаете. Я очень против этой агрессии. Я считаю, что Путин это преступник. И то, что он делает с нашей страной, это просто никакие... Ну, это невозможно. Это вообще никто никогда не сможет ему простить. В первую очередь небесные силы. И человечество тоже. Мы вышли немножко подышать свежим воздухом. Сейчас тихо. Ну, взрывы слышны иногда, но как-то нереально тихо. И кажется, что все так мирно и спокойно вокруг. Никто никуда не бежит, как вы сказали. Просто душа бы отдыхала и радовалась. Такое солнышко светит чудесное. Весна уже скоро-скоро. Вот. Но, увы, за всем этим, за всей этой тишиной и благодатью скрывается, в общем-то, вот эта агрессия ужасная. Я надеюсь, я уверена, что Украина выстоит. Я вже всі свої справи вирішив. Сьогодні у нас вихідний день, я відпочиваю.
вами, з мамою, з усіма. Я приїхав, я цього, так. Да. В общем, я не можу розказувати. Ну, я тобі дуже дякую. Дуже. Ну, мені, знаєш, не кажуть, що тут не... А Волоні каже, чую, бахкає. Ну, я там щось читав, що вроді Гостомелем ще. Хорошо, мам, да, я на связи. Пока-пока. Мы просто здесь подвал, и, как говорится, удобно и пересидеть. То есть, ну, по улицам страшно и не рекомендуют ходить, поэтому мы скупились продуктами и тут сидим, прячемся, так сказать. Надеюсь, что мы победим, и все будет хорошо. Надежда только на это. Что тут еще пожелаешь? Что рисует? Что рисует? Как это выбирает?
Здравствуйте. Добрый день. Как вы ночь сегодня проводили? Знаете, где ночь проводили сегодня? Ну, мы были в бункере на Хрещатике 44, теперь идем домой. Мы уже не можем находиться, люди все на нервах, и все уже. Ну вот, мы вышли в магазин, увидели солнце, мы не хотим. Вот что будет, то будет. Вот я тоже так говорю. Ну, потому, ну, давайте будем все прятаться, ныкаться куда-то, и толк от этого. А вы откуда? Моя фамилия Крупиевский, наберите просто в интернете, я режиссер. Ну, я звукорежиссер, знакомое ваше лицо. Да, я вас не знаю. Ну, меня Виталий зовут. Я понял. Ладно, ребята, бережите себя. Счастливо. Самого наикращего. Бай-бай. Пошли.